сильно. Если ты будешь все выкидывать, мама не будет тебе давать. Один требует дыню, кашу есть, отказывается. Второй наяривает сыр, ему он очень нравится. Короче, очень классно в Турции тем, что есть просто все, что хочешь. Ну, по крайней мере, в нашем отеле так точно. И ты набираешь тарелочку всего по чуть-чуть. И детки сами решают. Давай хотя бы ложечку. Ну хотя бы одну. Забастовка. Ты на фруктовой диете? Сейчас я покажу, как Кристиан мой плетает сыр. Понимаете, да? Вот ребенок, что для счастья. Нам-нам-нам-нам. А ты сырок будешь? Нет? Мама. Мама, да, любимый. Ты сыр кушаешь. Приятного аппетита. Брат не хочет. А киви?